Иволги полетели из Лобни в Москву. 21 ноября началось движение по московским центральным диаметрам. Наш корреспондент Наталья Приловская стала одной из первых пассажирок. Сегодняшнего события ждали 4 миллиона человек. Ровно столько пассажиров, по подсчетам специалистов, будет пользоваться двумя из пяти планируемых веток наземного метро. МЦД – это электричка и метро одновременно. Составы ходят часто, а добираться из Лобни в Москву и обратно теперь чище, комфортнее, а главное – дешевле. Благодаря новой тарифной системе пассажиры ежедневно смогут экономить до 75% затрат на проезд. Выделяют три тарифные зоны – центральная, пригород и дальняя. Поездка внутри центральной зоны по билету кошелек карты «Тройка» обойдется в 38 рублей. В зоне пригород, куда входит Лобня, разовый билет стоит теперь 45 рублей. За границами МЦД начинается дальняя зона. Стоимость поездки в этом случае складывается из двух составляющих. Действующий билет на электричку – 23 рубля и 45 рублей. Информация о новых ценах на билеты на железнодорожной станции размещена у пригородных касс. После Лобни до Савеловска было, до Тимирязевска было 69, сейчас 45. На 23 рубля дешевле. Ну, вообще, я думаю, это будет удобнее и практичнее намного относительно обычных электричек в плане расписания и удобства, когда ехать. Это быстрый способ добираться в Москву. Для того, чтобы пересадка на метро и МЦК была бесплатной, тройку нужно активировать. Активация нужна для того, чтобы на карте фиксировались данные о пересадке. Это можно сделать на станциях метро и в желтых информационных терминалах. Также необходимо активировать социальные и студенческие карты. Что же касается карт, выпущенных после 20 ноября, то они переформатированы автоматически. Далее прикладываем карту к специальному устройству на платформе, на которой, кстати, уже появились новые скамейки, информационное табло и освещение. И можно ехать всего за 45 рублей, включая метро и Московское центральное кольцо. Замечательное впечатление. Замечательно, просторно, красиво. Все здорово. Только зашел, но вроде неплохо все выглядит. Иволга разработана в России и может развивать скорость до 160 км в час. Одновременно поезд может перевозить до 2000 человек. Пока Иволги курсируют в смешанном режиме с обычными электричками. На втором этапе запуска МЦД в 2021 году планируется полностью обновить парк. В комфортабельном вагоне, оборудованном бесплатным Wi-Fi, зарядками для гаджетов, мониторами и кондиционерами, ехать намного приятнее, и время в пути пролетает незаметно. Тем более, что интервал движения сократился. В период с 5:30 утра до часа ночи на участке Лобня-Москва он не превышает 20 минут, а в часы пик электрички отправляются каждые 5-10 минут. Наталья Приловская, Алексей Орлов, Михаил Жуков, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».